200 ЕП, парни. 200 ЕП на кону. Нажмёт, минус 100. Кто бурстнет это, сейчас срёт? Да, нет, у меня уже там 2Т4 есть, мне там кинжалы поменять, и там рога уже, ну, более-менее нормально ДПС выбивает. Плюс-минус, там у меня уже капа забит. Можно. Единственное, что кинжалы говно. Ой, блядь. Мне скара долутать, хотя бы один кусок выбить, второй я выкручу, наверное. Да. Ну, пошли ХМ твоим рогой на ниге. Кару ХМ? Что это ты делаешь? Половина проблемы, тише. Нет, это не проблема, это я намеренно сделал. Ну, может в понедельник соберемся. На некоторых реально позалетаю рогой, там где кинжалы падают. А кинжалы, блядь, а кинжал с оперы, сука, ж падает вроде, да? Оперы сейчас легко закрываются. С таким-то гиром. Да все равно на роге, блядь, такое кринж, нахуй. Даже ФПС не успел залагать. Мне не хватит этого, блядь, обмана смерти. Надо пережить на эту полетку, взлетать, блядь. Ты уже поденешься, стоп. Да ветра все время баганы. Блядь, кстати, надо лут ролить, нахуй. Да, ладно тебе, возьмешь ёбры, после взлететь не успеет. После линии надо это ребро ролить. Там что-то кому-то надо, вроде такой мусорный. Ну да, би свой пояс, би свои ноги, наверное, да, конечно. Ну давайте их распылим. Не, кастеров не учитывается. Боты, по-моему, первые выпали, защищали. Купил я, значит, карту за 40 голды и шипы реворк. Кайф, да? Ну смотри, Холич, видишь, 58 КЕП, сейчас будет у него только 10 КЕП. Да не переживай, может еще раз реворкнут, переделают, блядь. Чего вы так смотрите, блядь, еще... Да хуя, тут какие классы все поменяются. Несколько раз. Армсов, а. Паладинов он как обычно, нахуй. 10 раз реворкать будут, нахуй. Карта вообще дерьмо по дефолту, потому что... Так, ребята, фулл ДПС сейчас на исходной прикотике, нахуй. Даю отчет, нахуй. Отчет даю. 3, 2, 1. За 200 ИП! Ха, Эдик саму прыгнул. Каждый ДПС решает. Надо было в лево. Давайте. Манну Эдику, чтобы он забил. Раскол дам. Рит молния помогает чей. Ты ей поносишь там? 5 секунд. Вам ШП руинит, у них чума не работает. Давайте сейчас, экзекутка, все, давайте. Чуть-чуть, давайте! Нет, не долетел! Она не улетела. Я не верю. Она просто подпрыгнула. Да, она прыгнула. На поты скиньте это. Бля. Дракон прыгнул. Голосование, кто считает, что дракон прыгнул? Все, единогласно, народ прав. Ребята, там кунка на 17 месте, 9к ДПС. Я ничего не хочу сказать. Но... Ондра, посмотри, где Ондра. Да там не работает ни кровотечение. Нет, это ничего не справедливо. Ни болезнь не работает. Так, ладно, короче. Так а кунки-то зачем кровотечение в Т4? Дипаунда на 3-м месте, извините. А чё по потам? Кто пил, кто нет? Никто не кидает, и потом резко хоп. Там привыкаешь. Не в талантах же овер дается за кровопускание. Ну и глубокие раны еще топ ДПС. Ой, я за столько уже забрал. Не, у меня есть, я наебал. Серебра пояс упал, что ли? Ну нахуй ты ставишь, что ли? Я сейчас сниму 9к, ты поставил. Да все, снимай. Я хотел ваничелы развести. Ваничелы, блядь. Ай, блин. Ладно, 8. Не, ребят, в следующий раз таску вижу. Сколько они тогда ушли? 28 тысяч, по-моему. А потом все вопросы через Настю. Блядь. Ну как бы и надо, нахуй. Мне за 10-ку жалко. Кидай. Да Серта почти все свое отдал уже. Феникс, ты будешь ролить следующую целка? Ты будешь? Что, вторую? Не я буду ролить целка. Я буду, но я не я буду ролить. Мне просто разрол рулута не нравится после каждого босса. Извините, но этот бред. Так это нормально. Нет.
Чтоб потом по полчаса. Нормально, у вас гирает, это похуй вообще. Куда идете, молодые? Так, что там, мулин, десятка, все, больше нету. Ну, блин, раш, да, здесь. Щит. Фонари, мой щит, нахуй. На ролл, на ролл. Ой, это за смерть ему минус 10, как? Без плащик на мультика, нахуй. Забирай кунка. Ну так и кто забрал плащ, или сейчас скажем, пока сырю снимать? Каково, блять? Кунки за 10, да, еще. Интересно, да? Окей. Синрицу обмен. Бот. Сейчас еще леди разролю. Корабли можно будет пулить. Кстати. А ведь не сказано, какой дракон он летать должен. Значит, 10 ТП в кармане. Сказал тот, который летать вообще умеет, блять. Не, он сказал иней. Перестанный обмен. Лук. Конка, надо бисовый лук, блять. Заморозь это. 50% урона от оружия, нахуй, нести. Это бис, блять, на Рамсана. Ну я, кстати, не, 5 соток, не меньше. А какие 5 соток? Я и так там 1,5 штуки уже задолжал. Пожалуйста, бафните, у меня реги просто закончились. Убирайте демон, это 4, умолен раньше, ставьте 10 сразу. Вон G стоит, покупай. G стоит, почините. Так, все, остальное там с рука потом, еще время есть, вот это сразу на демолинраж обмен мне дай везде, на пояс. Не швепса, молинраж. А подожди, что ты, что ты ролил только что? Счеты? Пояс, пояс. Молинраж обмен. Окей, так. Чё так пингануло? Да, мне как-то всё равно. Не, нормально, с кастотом рейсы по 1,5 маны бывает, тысячу, по 1200 нормально. Кун, какой тебе нахуй шейм? Ты, блядь, на 12 месте на 40, блядь. А? Так два шейма. Два шейма, реально. Я же 11 был на 40. 11 вообще-то. Так это нормально для друида. У тебя духа до жопы будет. Так, вообще не сильно удивлен. Метки я поставил. Даже че на полыба. Может огурцы какие-то? Ебать ты, конечно, блять. Да, все, иди запускай. Локи в портал не забудь поставить. Масло пересмотреть. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсфола унесут ваши души. У нас АБшек же нет вроде, да? Своим ходом будет у меня. Освобожден кабалераж, север, пристена, швеп, свой, ну ничего. Че, притяжка будет ближе к боссу? Там бежали быстрее. Блять, сейчас подушечка сбоку. Как?
Ясно, нахуй. Я дал БР. Дай, я дай БР, вставай быстрее. Ребафнить перестань. Подушечка с фермуар перестань накурил. Пристена, сдвинься. Блядь, подушечка, уйди! Куда ты бежишь, блядь? Нахуй ты в рейд бежишь, блядь? Слева близко падает, аккуратно. Стоп, не разбейте, блядь, уйдите, уйдите нахуй. Нормально. Слева опять близко, спрятались быстрее, спрятались быстрее. Ринда бабл. Дал мне зыбку. По центру падает, иди лови босс уже. Разбили склепы. Подушечка, блядь, иди на YouTube и смотри, блядь, тактику на Синдру, нахуй. Ты вообще, блядь, не понимаешь, что делать. Взял в рейд, побежал, блядь, с меткой, нахуй. Ну что, говорит, метка занята была. Да какая разница, блядь, сместись, нахуй. Кто там, Пристена тоже в полумесяце стоит. Трусы свободные, блядь, возьми, сместись, блядь. Отдали камеру, посмотри, что метку не вынесли, блядь. Хуёво, что ты меткам научишь носить вот так вот, блядь. Ну. Да, блядь. К целка хэму, блядь, эти люди просто будут сидеть на замене. Кто, блядь, не может нахуй хуй из хупа никто. Потому что вайпа не горю желанием нахуй на этой хуйне. Ринда кунка соуса, синрит, холи шит, вынесли мед. Угу. Спрятались, слева падает. РДД по крайней мере, только не разбивайте от конца. Ушвеб свагон. По центру падает. Опять по центру. Так, стопните по левым. По правым больше дайте. Левая стоп вообще не бейте, слева падает. Перешли, последняя. Все, разбили склеп. Что-то, блядь, по центральной вообще никто не бил, блядь, почти на. Локи, можете порталы заранее обновить. Север, Сусад, Пристена, Фиестова, Курилок, Улишит. Ближе к боссу, до притяжки, подойдите сразу же злые. Отбежали. Сука, не успеваем перевести. Стопните ДПС, не успеваем. Стопните, не бейте. Ондра, Ринда, фонарик, Глювой, Тьюри, вынесли метки быстрее. Угу, молодцы. Спрятались. Справа почти по центру падает. РДД по крайним. По центральным не забывайте минуты. Справа. Перешли. Умираю, потом, блядь. В гере, нахуй, это сразу смерть, блядь. По центру. По центральной больше дайте. Слева, нахуй, разбили. Умираю, дабл, нахуй, словил, блядь, красава, нахуй. Локи портал. Обновите сейчас тоже. Фаза сейчас будет. Первую метку в крест. Вот крест. Отошли от креста. Отошли от креста. Освобожденка. Север, Кридер, Сакума, Фиеста, Курил. Милики по склепу собирали. РДД, на который без освобожденки, видите, босс. Забрал. Уходи. Кунка в центр. Отошли от печеньки все. В
печеньку. Отошли от печеньки, прячемся, перетяжка будет. Погнали, я на фул. Подбили склеп, но не разбиваю. Прохил рейд. Подняли по хп. Все, не разбили. Стоп, стопнули ДПС по склепу. Все, глю обратно в центр, глю в центр, глю в центр, в центр. Отойдите от центра, отойдите оттуда, отойдите все от него. Капохилить бы, друзья. Все, нормально, отошли. Дай айсбаунд. Отошли, бежали быстрее. Разбили склеп. Мелики рано, я не сбросил. Пурил в центр. В центр сбросим стаки. Отошли от центра. Все, разбили склеп быстрее. Пул КП меня. Бежал, свой хил. Забрал. Склеп. Все, по боссу играем. Мулинраш, крест. Освобожденка аккуратно. Милики по склепу поехали, РДД босс. Фонарь и хил. Фонарь дай скул. Мирай в центр. Айсбаунд нажми и зеленку. Спрячем, прячемся все. Это ждем. Сколько там тут? А, притяжка на следующем. Разбиваем, разбиваем. Еще раз центр будем выносить. Разбиваем и еще раз в центр. Забрал. Войд Фьюри в центр. Зубы дай по нему. Отошли все. Ждем притяжку. Все отлично. Отошли от склепа дальше. Разбили склеп. Все, Геру дали фул ДПС по боссу. Пожалуйста, выйди с рейда просто. Фонарик прожмите. Полубабл дал. Я поджал. ГЦ холидж. Клык, кстати, выпал, видели? А, ГЦ с клыком. Тише, тише. Тавик. Клык! У вас, блядь. На клык. Шестой, да? Шестой. Вот один раз ты меня с БК поменял, что моя без клыка до сих пор. Я ебаный. Так он же ключу проигрывает, нет? Нет. Как ты ключ и клык одеваешь, понял? А типа Сталгорода хуйня? А, ебать, я забыл, а у него там компас лучше, чем клык, блядь. Вот я о чем я говорю, что... И тим левел больше. Ситуативные тринкеты, подкаст... Нет, типа, вообще, ну, клык как бы, да, да. Он типа все время одевается, но на таких боссов типа драконов там а-ля, блядь, лич нахуй на жнец, например. Хотя, в принципе, там и клык пойдет на жнеце. Но компас лучше будет. Тут жнец неправильно бьет, он должен давать физуха и потом магию. Не переживай, нахуй. В Гере он будет нормально бить, нахуй. Долбить. А мы думаешь, мы сурка придем в Гере, чтобы дойти до реча? Я просто... Вспоминаю обычку. Леди бы убить в Гере. Мне так хорошо было хилить. Всего в конце два раза освобожденку поймал. Сука. Там ревели горы, мама. Я думаю, леди у нас упадет со второго трая. С первого там просто на замену сядут леди. Да, а да, со второго... да. Килл. Там в ребро крутанется, нахуй, но сразу же минус 3 будет с первого раз. Я не понимаю, что вы тут растяжку на удивление делаете. Она же работать должна, по идее. Хуй знает, как в хэме она будет. Это же неубиваемо будет, если вот так она порой доходит. Кто? Ну ребро, на растяжку два танка становится и все в один таргет в центре, и оно, ну... Да от... не работает на Сирусе. Да хуйня, блядь, это на Сирусе не работает, забей на. А как в хэме? Да, мы только целкаем, все, завтра будет и кабычка сначала, потом ИВК, потом дроумайнинг в хэме. Можно будет сильным локом пойти в ИВК? Нет. Он уже 240-овый? Нет. А очень сильный мутик будет вроде? Нет. Очень сильный мутик будет. Не будет меня в рейде за Айрон. Пока что он слабенький. Ну, он вык обычку-то может, я думаю, уже. Ну, вык обычку, да. Что может? Вык обычку он уже перерос, в принципе. Он уже там ебёт. Да. Ребят, блядь, типа, завтра, ну, я не буду пересобирать рейд. Я сразу соберу рейд ВК, чтобы и пошел, и ВК. Только на магигру может пересобирать. Чтобы не меняться, не ебаться потом и так далее. Чтобы не было этой хуйни. Там будет один байер на 400, который только за проходками идет. А если КД обычка, и кто что делает?
Не знаю, блять, передернуть нахуй. Подергать. Так, сурка, сколько там токена, блядь? 30 минут еще, нормально. Смотрите, он мне спину сейчас почешет. Хотя нет, страшно. Чули, что так хп мало, блядь? Да? Что-то мне казалось больше, надо. Не знаю, блять, а что он не спиной стоит, я не вижу. Прижалась на гений, блять. Я ставлю, чтобы сырка. Стань боком, на. Ондро, чума. Диспел его. Все. Под лицо шинкаря вызывается, блин. Да не надо, он за блядь, я просто напуливает. Я за синдру забыл минус, ну типа, я посетил чем пацаны. Чума. Холишит. Диспел. После призыва вордлаков можешь в РДД зону уже подводить. После шаркаря точнее. Шаркарь выйдет и потом подводить. Чё? Всё, можешь подводить. В РДД зону. Сейчас еще чума одна будет. Все, стой, хорош. Хорош, сейчас чума еще одна будет. Три дигмините. Переходим на другую сторону. Колесо по сферкам поиграть. Ага. Модный рейдар вышел. В очках, блядь. Сало. Это не чело. Ну, гоблин был бы недавно уже рейдар, блядь. Еще один, блядь. Прям под копирку, нахуй. Не, скин отличается, иконка одинаковая. Гинбуков КВ танчим. Ты в обрыв, я в зиму. Дыхание не ловить, понял? Буковкой. Тактика треугольника. Моя. Да. Я перебил огромный. Перешли быстрее. Локи портал сразу. Лучше поехали. Геру дай. А, Гера КД у нас, блядь. Ладно, похуй. Вальком с экрана. Один лоб взял. Скорнее не разбежались быстрее. Разошлись. Ушли с подваль, блять. Хули вы там подваль бежите, нахуй. Мирай, блять, кто там еще нахуй? Колесо, блять, и еще каких-то два человека, блять, не успел, блять, прочитать. Правда, нахуй. Прям подвалил. В гере нахуй, блять, кастрирую нахуй за такую хуйню сразу же, блядь. По малому кругу РДД разошлись уже. Все, милики тоже по малому кругу разошлись. Отошли от валь сразу, осквернение. Отошли от валь. Безжалостно отошли. Ой, бля. Не, а, подожди, да, что да, за хуйня? Акума был. А, все, это ДВМ багнулся, понял. РДД по печеньке сыграйте. Дай мана тьму. Уходом стоит, блядь. Уже не надо. Все в центр ставь. Они, и осквернение сейчас красиво разошлись вниз. Безжалостно.
За спину ключу все стали. Можешь забирать. Блять, колесо нахуй, вагон. РДД сыграйте по печеньке, милики играйте по трусам и румбу. Хотя... Надо было босса бить, ну ладно, похуй. Осквернения разбежались, осквернения разбежались. Ушлись по двое. Дай скру фонарь. Да. От седа отошли. На край видели еще? На край. Полечу сейчас с экрана. Все, хорош, не двигай. К лечу ближе подошли, сейчас фаза будет. На край все, на край быстрее. Эма на лед, сокру. Избал. Выпрыгни. Прохилари. Да не, Серег, спасибо, мог не заливать. Я с этой расправлюсь. А, нет. Ну ладно. Я на фазах мало, очень хорошо херу. Следующий заберу. Духов маленький, протопало. Войт, помогай по сферкам играть. Сало, сало. Бирай духа половину. Угу. Бейте этого ничего, мышку. Маленький, напуливай в него духов, напуливайте конты тоже, кто-то пало духа. Сало. Перебежали, сверки добейте, сверки только не зайдите. Сферу добейте, быстрее, РДД, блять. Все, гневного добиваем. Сейчас жатву прохил, главное. На край веди сразу лечу. Ристену прохил. Геру дайте. Не, не надо, не надо, не надо отбойно. После перехода. Осквернение по бокам зимы составляем. Дальше веди. Это ничего, отошли. Я поймаю дух. Все, Геру дайте. За спину ключу стали, фунт ДПС. Сосед даю сальву. Я next поймаю. Лужа, лужа. Осквернение по бокам вынесите. Ладно. Отбежали от Мирая, отошли от него. Все, за спину ключу встань. Че вы там, блять, одной кучей бежали? Там человек 8 стоял около трона, блять. Вы там на приколе нахуй или что, блять? Въебало бы вашу кучу осквернений, нахуй. Чувствую, был бы вайф, нахуй. Ебать, швепс, нахуй. Севера прохил. Луль. Дай войд бэр по ней. Следующий осквернение, мои. Осквернение по бокам выносим сразу. Отошли от подушечки. Ушли от нее быстрее. Выходи. Переходим. Ребаф, присту, организуйте. Следующий духи фонаря. Все, больше никуда не отводи, тут добьем. По кому дать? По кунке? По кунке. Кунки, 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 кунки. Ну ладно, меня попросили. Добиваем, добиваем. Похуй на сквернение. Добиваем, добиваем. Еще раз говорю, никто никуда не отходит. Где ДПС, мальчик мой? Кунки, кунки, сила. А я не нахожу. Где? Я никому не дал. Вагон. Бать, он накрутил там, да? Я никого не нашел. Меньше, чем я в лича дал бомжара на Андрея. О, блядь! Койл, да, койл, да. Фир, койл. Это андеды, это андеды. Хилите, андеды. Беги, беги, хилишься. Я почти уверен, ты так же меньше меня в турка дал. Портал оставь, портал оставь, потом дальше беги. Какой нахуй портал, блядь? Это время коста, нахуй, блядь. Ну раскайте, шефе, фир, ну что-нибудь. Поставь на себя меточку.
Я потом под музончик чем-нибудь выберу. Все, не умрешь, не умрешь, доверься мне. Не умрешь. Не умрешь. Ебать, сука, блядь. А минус КП будет в погоны, но не смогу. А какого хуя, блядь? А, какого хуя меня убило, блядь? Что за хуйня, нахуй? Ты выпрыгнул. Так я понимаю, что я спрыгнул, специально спрыгнул вниз, нахуй, чтобы портал, блядь, потом обратно вернулся. Чтоб дух тиксты, блядь, зашел. Сука. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить. Когда я говорил хоть что-нибудь, я имел в виду не это, как бы. Так. Что еще вам было видно? Смотри, две древковых, две клятвы. Две клятвы, реально готовы. Две клятвы. Две клятвы. Сука. Блять, Крис выполнил. Блять, Теренаска, сука. Блять, где пишешь вам мутика, нахуй. Вонючие мутики. Ясно, а колокс свеча не доводят, да? Полный. Лут явно. Уже, кстати, второй раз нет осколочка свеча. Третий раз, потому что ничего нет. Пиздец. Лема не дамажит, ханты не дамажит. Да может их пальку дать? Паладин, да, паладин же еще на книжник токен. Рейд обмен, еще один токен паладин же еще на книжник. Блю, сейчас же 4-4 идут на этих. На хпалов говорят имба. Самое такое обидное, это что теперь 4-10 вообще не канает. Как холишит обмен. Там на каких-то блюдах. Брюки кожаные. Нет, неплохие. Не на каких. Мердруш, охуенно. Это не него гордак на свой. Феста. Феникс. Ты минусанул за Синдру, пристально тоже в минусине, то что неправильно вынес метку и... А, блядь, точно, нахуй, ты же сдох, я забыл про тебя, красава. Ну там хоть кто-то ее поснимает, сейчас сидит за шмотки-то, нахуй. Ну я думал, кто-то поснимает, блядь, я не знаю, там 4 человека могут снимать сейчас. Я только пришел. Я вот отходил тоже, вот я снимал, молчит, да я поснимаю, похуй. Не, типа, я не резаю, слежу, типа... Но... Это признак не жизни. Кому? Подушечка. За что? Это за синдром. Я забыл снять груз. Здесь тебе ни за что, за синдром. И кунки еще можно? Кунки, да, тоже надо. Нет. За лоу ДПС. Умирай два раза, но. Кунки надо 1000 ИП надавать. Он плохо. Подожди, там подушечка 20 поставила, Кридерс. Блять, будешь перепивать? Флаг, это по ротации сразу. 30. Подождите секунду, сейчас наручу заново. Сколько, блять, 13? Вы охуели нахуй? Это 13 просто. Это за что сейчас? Это за боты, блядь. Начинки изберутся. Я даже ставить ничего не буду. 15. Так, запад, 20 тысяч долларов. Хочешь их не отдаст, он будет. Ты же говорил, крафтовые есть. Нет, да, нет, походу. Нет, они с меткой. Они есть. Я на мутика говорил. И на мутика. Крит, АП и мастерство. Блять, сука, хулишь. Ладно, хуй с ними. Я не буду тебя садить, блять. Так понимаю, ты дальше пойдешь, ну. Да. Сади его. Да так нормально, за ботинки 25 тупов. По-моему, вы так вообще задробили. Да, зато за ебаные ботинки. 3-2-1. Все, запы верните где-то. Они первый раз выпили просто, ну. Запы заново. Реролл. 25 хулифуют. Мне интересно. А что будет с дробяхой? Все, скоро хэмка дропнется. Зайди позарыть, пожалуйста, я спать хочу. Ты спать не ливай, просто если ты хочешь идти. Ты спать просто не ливай, где тебя не начислится. Ну вообще это на будущее.
Спать или ночь, сделать квест на ювелир по Андрею. Все, вопросов нет. И я пойду спать. Я уже на форпусе, блядь, драчу мобов, но ничего не падает, блядь. Вопросов нет, один вопрос. Курил, курил двое пьянчики. Спасибо за рейтинг. А мы без вайпов заходим? Да. Хуёв. На удивление. Фонари, блядь, что я на тебя выпал, интересно. У меня уже есть такая, 1-1. О, слушай, я бы взял, если никому не надо. На оффроу. Ну пусть глю берет. А эта шея надо кому-нибудь? Ну, мне хоть какую-то из этих можно вообще? Нет. Вообще глю. На малахитовую петлю, блядь, больше желающих будет, она бесит. Малахитовая петля секас. Если с меткостью трамбу. Да. Тебе я фонари не надо? Не, и у меня все капы подбиты сейчас. Не из того хорошо. Пусть другие забирают. Глю его, это мент тогда. Я думал, на друида как раз таки верхняя шея берется, которая перед этим ролится. Да. Там же армор. Реально, кстати, блядь, ну, нахуя? Типа, вообще. Ну, пусть они хотя бы обменяются шеями, ну, в разумных целях. Блин, кстати, с друидом. Фонари есть. Не, ну реально, они вам лучше, наоборот, если вы их возьмете. Еще один токен паладин же, еще не книжный. Блять, нападал на паладина же чернокнижника токенов, блять. То фонари 2 берет, что ли? Да. Еще один. Еще один. Надо глю еще. Я могу по приколу на холле присоснуть. Снады пало, давай. Все, глю 2 забираю. Малин Раш или что ли? Или глю? Ну не, глю, да, похуй, я думал, не нужен. Окей. Кунка, забираю битву на тебя. А, блять, еще один токен на паладина есть. Кридер с обмен. Ну, вот, сравни. Единственный токен, который тебе и нужен. Вы че на моей печеньке покушаетесь? И разбойник, ДК, маг, друид, 2 токена. Ничего, обмен. Нужна одна печенька, и выпала одна печенька, все хорошо. Блэк тебе одна или две? Второй. Ферикс, как думаешь сейчас, какие соки-то надо на шипа? Я крит СПД думаю. СПД крит. Ты шмотом напираешь... Там плюс-минус 800-900 хосты. 900 хосты, это тебе хватит, это 4. Ну, тупо всем шмотом. Пошли вот, у тебя получается, ты еще рассчитывай, будет чешка, ТБЛ. Еще у тебя хоста будет. Сколько у тебя сейчас хосты? Ботинки на танке. Сейчас 895. Ну, будет 800, если поубираешь. Там что-то боты у тебя. А, боты что я забрал? Поезд забрал. Ну, плюс-минус 800. Оксана, я в крите, а ты нет. Посмотрим. Вот так крит. Крит СПД, думаю, бис будет. Так, и теперь еще никому не надо, да? Вот эти. Ботиночки, пожалуйста, хочу вот эти. Сейчас, подожди, блядь, у меня тут. Травма. Володя, поснимаешь дальше? Это хуйня надо кому-нибудь? Рит на НХ надо? Интересует? Да, спасибо, да. Очень хочу, но вот не тот персонаж. Вон, да. На, держи. Там еще раз 10, да, Войт? Ага. А, чтоб они у тебя давай были. Не души, а. Ну, чтоб они у тебя были, блядь. Ну, ты меня епашка закрываешь. Да не за надо мне сейчас ебка. Другому возьми, отдай. За 500 так никому ебка. Не надо, кроме тебя, Рид. Вон, Рид по один любой возьмет себе их пока. На успех там. Не, 10 на моей лапке. Кунка, 20-ку ставь. Мне на мейн это. Все, Кунка, больше не дамажь. О, клык! Реально. Кунка, забирай его. Мы его наколдовали. Феникс, пошли потом еще покрутим. Этого моря. Да я думал в кару еще сходить, на самом деле. Сходим. В кару, но пойдем крутанем сначала по вас. Пошли. В обычку в кару или что? Да, в обычку хотел.
Так, никому не надо, окей, дальше поехали. Этот Таранаска. И синрицу обмен за Крисом. Все равно больше никому не надо. Десятку синрицу с ними. Блять, я бы на рогу сепчику забрал бы этот кинжал. На 200-й, блять, с 200-го поменять. Апнуло бы пиздец. Тупо два криса бы нахуй себе, блять, ебал бы и заебись бы. Ну, тринашка довольно-таки дорого, блять, ушла, нахуй курил. Все, это последняя шмотка. Епа я дал, всем спасибо, все свободны. Что? Че я на рогу зайду-ка? Я там уже скинул. Че, кстати, дается подарок с ролетки?